На сессии Одесского горсовета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова выступила с инициативой обратиться к губернатору с требованием донести руководству страны позицию города в отношении необходимости ослабления карантинных мер. Среди негативных последствий карантина депутаты отмечают уменьшение поступлений в городской бюджет, потерю работы значительной части горожан, как следствие рост неплатежей за коммунальные услуги среди населения, что в свою очередь ведет к коллапсу в сфере коммунальных услуг. Большой урон малому и среднему предпринимательству нанесли почти полная остановка туристической деятельности и закрытие предприятий. Многие хозяйствующие субъекты уже не смогут восстановить свою деятельность после карантина по причине отсутствия денег. Самое важное, если в начале карантинных мер оставшиеся без работы одесситы и закрывшиеся предприятия имели хотя бы небольшие финансовые сбережения, которые позволяли потерпеть вынужденные меры ограничения, то по прошествии 45 дней карантина у многих просто закончились деньги. Людям крайне необходимо дать возможность банально зарабатывать на жизнь, детей и лекарства в конце концов. Сегодня каждый последующий день карантина наносит гигантский ущерб Одессе и одесситам. И чтобы возместить нанесенный вред в дальнейшем, потребуется не один год. Кроме того, из-за несправедливости принятых карантинных мер растет напряжение в обществе. К крупным супермаркетам и торговым центрам, где часто можно наблюдать большое скопление людей, работать разрешено. А у продовольственных рынков и небольших заведений с открытыми площадками такой возможности нет. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова обратилась с требованием отменить или смягчить карантинные ограничения для всех предприятий малого и среднего бизнеса, а также снять запрет о посещении парков, скверов и других открытых мест общественного пользования. Однако, принимая во внимание непростую эпидемиологическую обстановку в городе, предлагаем вместо жестких запретов предпринимательской деятельности внести определенные ограничения в работе указанных предприятий, которые будут способствовать социальному дистанцированию и противодействовать массовому скоплению людей. Обращение поддержали все фракции, а также внефракционные депутаты. Напомню, эта инициатива обсуждалась накануне на заседании фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова.